Мен атым Дечковская Лида, ухатте хастахпын. Чорапчитага гимназияга анус калага бидердим, онна бо поляны сузда агатта келдим. Мен үс хаспыттан ылыйбын, онтан конкурстарга төт хаспыттан кыттыбыдым. Эме поляны сузда олбастыкыбын, мэме манда кален кыттыбыдым. Мен халаячым Любовь Юрьевна Макарова, кини ылыргара олбакка, тэнага тахан туттарга хаптарга олоққо араскы өрэдэр. Иебер Агабар халаячы бар, улахан привет тердевин. А я знаю, что делать, если на меня нападет тигр, крокодил или вообще какой-нибудь хищник. Я скажу, мы с тобой одной крови, ты и я. И любой зверь сразу станет добрым, приветливым и будет со мной дружить. Или уж во всяком случае не съест меня. Читали Маугли? То-то же. Для начала я решил проверить это на Барсике. Он с тигром, из одного семейства кошачьих. «Барсик, — говорю, — мы с тобой одной крови, ты и я». Котенок мигом подбежал и ласково потерся об мою ногу. «Ура! Подействовало!» Хотя, правда, барсик и без заклинания всегда ласкается. Тогда я решил присмотреть подходящего хищника во дворе. Но кроме соседского пуделя Эдуарда, мне никто не встретился. Эдуард сразу, как обычно, сердито залаял.
И тут я как гаркнул за всех сил. Мы с тобой одной крови, Эдуард. А Барсик как изогнет спину и как зашипит. Пудель поджал хвост и с визгом бросился прочь. Почему-то он не стал ко мне ласкаться, но хоть лаять прекратил. Значит, все-таки действует заклинание. А теперь, Барсик, давай подыщем хищника посвирепее и приручим его. «Давай», — одобрительно мяукнул Барсик. И тут во двор выскочила моя бабушка. «Почему ты до сих пор не купил хлеб? Скоро в магазине перерыв начнется», — напустилась на меня бабушка. «Бабушка», — говорю, — «мы с тобой одной крови, ты и я». «Крови-то одной, это верно», — почему-то вздохнула бабушка. «Но ты мне зубы не заговаривай, марш в магазин». На всех действует заклинание, а на бабушку нет. «Странно», — подумал я и отправился за хлебом. А потом мне на нос сел комар. Я специально не стал его прогонять и внушаю: «Мы с тобой одной крови, ты и я». А комар ноль внимания. И как вопьется своим жалом мне в нос. Я даже возмутился. «Что ты делаешь, дурак? Слушай внимательно. Мы с тобой одной крови». Никакого впечатления. Нос меня ужасно зачесался. Но я все равно терплю. Может, совесть проснется у этого нахала? Должен же он знать, в конце концов, законы джунглей. Я скосил глаза, изо всех сил гипнотизирую, повторяю медленно, чтобы до него лучше доходило. «Мы с тобой одной крови». А комар стал под моим гипнотизирующим взглядом толстый и тяжелый. И только тогда снялся с носа и медленно полетел прочь. И тут мне показалось, что он пропищал на прощание, поглаживая свое брюхо. «Вот теперь мы с тобой одной крови, ты и я». Привет. Здравствуйте. Как дела? Все отлично. Расскажи немного о себе. Меня зовут Илья Вильданов. Я учусь в детской школе искусств номер 1 на отделении искусства театра. Я закончил начальную школу номер 5 на отлично и поступил в Якутский городской лицей. Я люблю петь, выступать на сцене. А как ты готовишься к чтению? Как ты учишь это все наизусть? Сложный ли это процесс? Нет, не сложный. В основном я готовлюсь как раз-таки в ДШИ, на отделение искусства театра. Мне учитель помогает. В школе мне сказали, что я могу выступать очень круто, и мама меня начала записывать на конкурсы разные. Я занимал первые, вторые, третьи места. Вот. Но потом мы начали определять, какая у меня профессия, куда мне нужно идти. И сколько бы мы тестов ни проходили, таких все постоянно показывало театр. И мы попробовали поступить в ДШИ, и у меня получилось. Теперь я театрал, занимаюсь искусством театра. А какие у тебя планы на будущее? На будущее научиться играть на басу, на гитаре, стать рок-музыкантом, закончить театралку, стать актером также. Летать по городам, выступать то на гитаре, то рассказывать стихи, актерам выступать. Я так понимаю, твои родители тебя с детства поддерживают? Да. Они все как можно, где можно, только и поддерживают меня. Постоянно хотят где-нибудь мне помочь, что-нибудь для меня сделать. Так что всячески поддерживают. Это правда замечательно, когда ты видишь поддержку со стороны родителей. Да. Расскажи мне немного о своих достижениях. Снова благодаря ДШИ, искусству театра. У нас был конкурс, тогда это был мой первый крупный конкурс. Тогда я рассказывала это стихотворение «Однажды я разбил стекло». И я занял в конкурсе в Москве гран-при. Это просто замечательно. А какие твои пожелания сегодняшним участникам «Полярной звезды»?
Чтобы они выступали эмоционально, чтобы не запинались, чтобы все у них было хорошо, и они заняли первые места, ну или гран-при. Так, она физически бодхатерной, эрчилди булан, одоровиету тупсар, кешидикти нарога, одоровиету швей булар. Так, она там бихе сахалирене, бодиен бисилусата, бо саха отун, академическим манеренан, Аллахна лохтамман, амастан Россияга союзка она андадуга тахаран турабин, она бихе сахалары, андадуга бо сахалар дян саджилах томуктар баллары биттетен, кэлбиппет окудукта синалабиттра. Так, вон бы сахалруттан, амастан, битун стойстара, яхлупут, кинти дивини, яхлупут, сахалруттан, амастан, храм Христа Спасителя, сахалиллан трубит, он за сима, уладика, бакантяран самбаль, вон солушка, храм Ниллаханра, это пахарное событие, это прорыв в духовном, культурном развитии Якутии Дентура. Она сахалрун, Олрыттан Амастан, Нюргун Батыр оперыны, Сахаотын оперытын тұрыран тұрабыт, 2-й таусылдаққа. Оны Шилы Будвардиен, Анды Дютағы музыканы вирақтайын, Терілттетін президиені, Америкаттан кілін, оны көрім маран. Әді генеяліне, дарионы едеті демәд. Академистікі лирері болықынан оперыны тұрараны. Осына құрыбы искусство, академистікі манерінің лағына, бұ үрдік искусство кейсері. Оттан опера деген искусство самый үрдік чепчалы. Оны бұл секандиялар бұттара шепті ажырына сыйынан бұл бұта, оның ғана ұлыда деген әрінебін. Сахауаты дегіртті таланын ақтемін атырысқа программа ақпын. Ол программа бұнан мен республика әлбәқ үшіт олдары, оны бұл коллективті салай ашырын үрезен кәлдім. Ол қатай үшіғей бадық, оны атын үшіт олдар үреніндер. Олрын академический латар бұл бұттырын таңдыға үйеребін. Білеген үтін опера театр үлігі ерезер артистар барыты бұл кәнчәрі сұлатын бар бұт үш жаттар үлігі елдер әпті. Иілі бұл мияқы үйеремміт, иілі бұл ініштен онтын үйеремміт. Жанлар, үш жаттар. Оның өте академический реден оғыға бұл духовнай өттінен сайынырар. Ото бірінде чепчекі музыканы бағаламызды, оның духовына сөттінен, әті чепчекі музыканы алықын әппегі бердбәт. Именно бұл классическай, академическай үрге ол әппегі берер. Радияға дағыны, телевизорға дағыны бұл академическай үрге, оны құрбой үскістіп әлбақтік өстіріп олдар демі бағала. Thank you.
Меня зовут Пермякова Света, мен 10 класс юрнечтевин. Меня зовут Бувягина Галя, мен 7 класс юрнечтевин. Беги кенчари ансамбл кыттылахтыра олауыт, онна 2 сылбытын кенчари галлыбыт. Беги ансамблга сүрбеттен тақсывыт, онна беги ансамблга сылджамыт әлбақсы тегеленнебет. Республиканский, всероссийский конкурс кыттывыт. Беги сылаячуыт Пермякова Василий Степанович болар, онна беги 3 класска рахсанылдывыт. Бегеха кенчари бу культурный духовый саут, и дэвэн бередик бутын хайыр, сахалан бередихаб. Иллир тоэр оларга беге бағырайты бит әлбақ сетихилері. Онна рэгатым рахпакка сайда турун. Меня наверное, бүгүн жүйөдүк кытын алыт. Элбахта кыттан болан бут наха уақан даугүй бабата. Хардыки биттер бу кырага бар даугүй дуар жаханыйбын. На жүйөдүк кытын алыт. Мен быйыл кирбидим. Самый сөбүлүр композиция бай баянай бар. Ансамбль бутер беге бахпит. Младший группа бар, средний группа бар, онна старший. Атынкытта чыларға бейге бағаралы тетейіні онны көйіні. Ирас олағы аммар үстәғы кен элемен сығылырдағы, көғірмтен көстер үрдік мұраннырдағы, сүйрігірдір солы ұрықтағы, жүріскен әдіна фольклорный ансамбл, аммал дұғын сатағын нәхелегеттен, нөрі-нөргүй болуықтын. Анжела Нитрина Икнын шолтасылаққа жүріскен ансамбл тәрибетін, бейге онны басы классын жарықтана бұд. Бегал Бакунска кыттан албасы тихилахпид. Оны беге сахау кен юретер билеттен ауыз кен туттабыд. Ходуго сулыз кыттылақтыргар урой! Айхал! Урой! Айхал! Урой! Айхал! 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 Айхал!